Север, север, не знаю, я еще забыла. Ну, в чем особенно самое-то главное? Здесь же не было крепостного права. Здесь живешь, здесь все свое. Ты здесь с утра вышел, тебя птички поют, солнышко светит. Ты не там где-то под небесами живешь в какой-то своей конуре, откуда на мир иногда смотришь. Мы сейчас по пустоте идем. Высокуша пустая, слобода пустая. Вот эти храмы, это как наши блокпосты. Это просто символ нашего народа. Вот и все. Это геноцид. Геноцид русского народа. Мы все-таки имеем надежду, что ночь особо темна перед самым рассветом. Если встанет, значит, еще поживем.